Подсветка, голый торс и носки подлиннее. В Челябинске оголенный мужчина пытался развратить студенток. Танцор приходит к общежитию Южноуральского технического колледжа и начинает извиваться, при этом подсвечивая свои эротические движения фонариком. А из одежды на нем только длинные носки. Впрочем, такие танцы вызывают у студенток лишь смех. Подозрительно похожего мужчину сняли и возле общежития на улице Артиллерийской. Голый челябинец удовлетворял себя на глазах у десятков студенток. Он танцует. Стоп, он голый? Он также подсвечивал себя фонариком. Со слов студентов, там он появляется уже несколько лет. Возможно, это один и тот же человек.